День космонавтики отметили в Доме офицеров. О том, как участники организации «Дети войны. Память» отпраздновали 60-летие первого полета человека в космос, смотрите в нашем сюжете. Перед нами небывалые пути. На космической орбите собрались молодежь и старшее поколение. Наша задача, вот как я вижу, как я понимаю, традиционными встречами сохранять память, сохранять вот эти вот традиции. И так, чтобы это была мотивация у наших детей, к чему стремиться, что сделали предстоящие поколения. На мероприятие пришла почетная гостья – Валентина Пономарева. Она была дублером летчика-космонавта Валентины Терешковой. Я счастлива тем, что вот и Гагарин, и Титов – это все люди, которые были в моей жизни. Я приехала в этот профилакторий, а утром мы пошли в летную столовую на завтрак. И вот они все входили в столовую в форме, летчики все были. Поздравить старшее поколение с круглой датой приехали люберецкие кадеты и школьники. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.